Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, ваша команда сегодня заработала одно очко или скорее потеряла два? Ну, на наш взгляд, итог встречи закономерный. По такому, о качестве футбола сложно было говорить на таком поле, да, потому что игра была упрощена. В основном она сводилась к длинным передачам и подбором мяча. Если в первом тайме небольшое преимущество было у «Факела» в этом компоненте, то во втором тайме мы выровняли. Подборы, единоборства стали выигрывать. А как развивался ход матча, да, то я думаю, что мы потеряли два очка. Два очка потеряли, потому что у нас в конце были два стопроцентных момента. Да, пенальти «Факел» не забил, но опять же Паша молодец. Мы знали, куда бьет Акбаши, потому что он до этого три удара в левый угол бил, поэтому он знал, куда он будет бить. Отбил. Ну, повторюсь, в концовке два стопроцентных момента у нас было. Поэтому по нашему мнению мы были ближе к победе.